В этом видео вы узнаете, как американская военная разработка 60-х годов прошлого века вдохновила президента России. Что в Google называется главным секретом успеха сотрудников. И является ли Water Battle Flip Challenge надпрофессиональным навыком. Привет, я Евгений Буянов, и это проект Fullbrain. Это видео про soft skills, то есть те навыки, которым непосредственно не учат ни в школе, ни в вузе. Но в жизни они оказываются очень полезными. Это и умение быстро читать, вести переговоры, мыслить критически, а иногда, наоборот, творчески, но чаще логически и подобные навыки. Сегодня их называют надпрофессиональными, междисциплинарными, гибкими, мягкими, навыками 21 века, но чаще всего soft skills. Что это такое? Откуда взялся этот термин? Какие навыки так называют? Как их можно классифицировать и, главное, зачем и как их развивать? Я постараюсь подробно, но емко про это рассказать. Soft skills переводится с английского как «мягкие навыки». Именно мягкие, а не гибкие или какие-то еще. Но в английском языке слово «мягкие» означает не совсем то, что у нас. Кстати, посмотрите это видео, как язык влияет на наше мышление. Так вот, мягкий у них означает что-то в стиле изменяемый и программируемый. В IT-сфере, в том числе русскоязычной, есть такой термин как soft, который означает программное обеспечение. Это слово происходит от сокращения software, которое впервые употребил американский математик из Принстонского университета Джон Тьюки в 1958 году. Software или программное обеспечение — это совокупность всех программ, информации и данных, которые обрабатывают компьютеры. Это слово возникло в оппозицию hardware, то есть железу, платам и микросхемам. Также и soft skills появились в противовес hard skills, то есть профессиональным навыкам. И поэтому их можно называть надпрофессиональными и междисциплинарными. Появление soft skills именно в данной формулировке приписывают американским военным. Это произошло примерно в то время, как появились термины software и hardware. Вот, например, документ 1968 года. В нем описывается, как обучают различным навыкам американских военных. Вот и секретные документы подъехали. В научной сфере мне удалось найти первое упоминание этого термина в 1972 году, когда его использовали для выступления на одной из конференций США. С тех пор появилось множество упоминаний и определений soft skills, которые часто пересекаются с некогнитивными навыками, социальными способностями, эмоциональным интеллектом и тому подобным. Критерии отделения soft skills от других навыков часто оказываются очень размытыми. Это связано с их популярностью, а также с тем, что они используются в различных областях. К примеру, для большинства людей умение печатать быстро на компьютере является надпрофессиональным навыком. Хотя, наверное, для стенографистов и писателей это в чистом виде hard skills. Является ли умение быстро печатать в действительности надпрофессиональным навыком? Да, является. Потому что его можно использовать в различных областях. Например, менеджером, программистом и даже кремлеботом. Как вы относитесь к тому, что кремлеботы ставят дизлайки под моими видео? То есть, если вы стенографист и умеете быстро печатать, это сделает вас более эффективными, чем другие специалисты при прочих равных развитых профессиональных навыках. То есть soft skills — это те навыки, которые применяются в различных профессиях, а также помогают нам быть более эффективными в этой деятельности. В этом плане есть заблуждение, что soft skills — это все то, что не hard skills, но это не совсем так. Они реально являются не пересекающимися множествами. Но есть такие навыки, которые не относятся ни к soft skills, ни к hard skills. Но это все равно не soft skills. Другая путаница возникает с тем, что часто soft skills переводятся непосредственно как навыки, то есть некоторые процессы, доведенные до автоматизма. Но правильнее, наверное, будет использовать термин способности, который содержит в себе не только навыки, но и знания и умения, которые тоже могут быть надпрофессиональными. В итоге, если резюмировать, то можно сказать, что soft skills — это те навыки, которые помогают нам быть более эффективными в различных видах деятельности, вне зависимости от профессионального, языкового, культурного и прочего контекста. Умение быстро читать, логически мыслить и знание творческих алгоритмов — это soft skills. А знание языка программирования C++, истории России и Photoshop — это hard skills. Однако наиболее проницательный зритель наверняка скажет, что и знания Photoshop, языка программирования и истории России могут использоваться в различных областях. И, конечно же, будет прав. У меня, например, в школе
в кабинете математики над доской висела статуя Ломоносова, в которой говорилось, что математику нужно учить за тем, что она ум в порядок приводит. Да, это так, но лучше всего ум в порядок приводит знания формальной логики, когнитивистики, алгоритмов ТРИС, методов фокальных объектов, мозгового штурма и также метод синектики. В каждой серьезной дисциплине при правильном подходе изучаются в том числе и надпрофессиональные аспекты, но не нужно их путать с профессиональными. Например, у Photoshop может появиться новая версия, которой вы научитесь классно пользоваться, но без знания теории композиции и гармонии, как использовать шрифты и цвета, вы не сможете нарисовать что-нибудь очень крутое, например, как это. Вообще важность надпрофессиональных навыков soft skills трудно переоценить. Про это не сказал только ленивый. Сюда входят не только педагоги и психологи, но также и политики, и бизнесмены. Например, Путин использует этот заграничный термин, хотя для его речи это обычно вообще не свойственно. Совершенно очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills. Кроме того, про soft skills, например, говорят Илон Маск и Джек Ма, основатель Алиэкспресса. Они утверждают, что soft skills особенно важны в 21 веке, так как многие наши функции начинают выполнять роботы и компьютеры. Идеи про soft skills высказывались в том числе в Древней Греции, просто в других терминах. И даже цитата Ломоносова тоже про них. А в современную эпоху, кроме армии США и популистов, в хорошем смысле, термин soft skills часто используется в связке с эмоциональным интеллектом, который появился как альтернатива IQ. Основатели теории эмоционального интеллекта заявляли и демонстрировали, что интеллект в классическом понимании очень слабо влияет на успешность людей. Но есть такие способности, которые влияют на успех. Это и умение общаться, решать нестандартные проблемы, умение мыслить критически, и многие из этого и есть soft skills. Также значение soft skills подтверждалось и многими исследованиями. Например, в 2017 году компания Google провела внутреннее исследование для того, чтобы определить наиболее эффективные команды и подразделения. И в результате обнаружили, что наиболее эффективными подразделениями оказались смешанные группы сотрудников с сильными гибкими навыками. С этим исследованием можно познакомиться в Washington Post. А ранее, в 2015 году, было подробное исследование Гарварда, где 85% успеха отдавалось именно навыкам soft skills. И это неспроста, ведь сегодня действительно многие навыки становятся очень узкоспециализированными, а многое помогает человеку выполнять компьютер. Функции же человека, которые влияют на эффективность его работы, часто переходят в область общения с коллегами и партнерами, творческого и стратегического мышления, что машины делать пока не научились. Я стараюсь учиться каждый день. Так какие же существуют надпрофессиональные навыки? Что из этого стоит развивать и как? Вот это действительно интересный и сложный вопрос. Я лично пытаюсь на него ответить уже более 5 лет. Если постараться, то можно назвать более 1000 навыков, которые можно отнести к soft skills. Люди не раз пытались их назвать и описать. Если вы искали информацию в интернете, то наверняка сталкивались с такими статьями, как 10 полезных soft skills для программиста, или для школьника, или для менеджера. Есть даже такая статья, самая большая подборка по soft skills. В нее, кстати, попало множество курсов от Fabrain. Если порыться глубже, то можно найти несколько более академичных перечней и группировок soft skills. Например, большая пятерка некогнитивных навыков, таких как добросовестность, экстраверсия, невротизм, открытость опыту и согласность. Или концепция 4К – критическое мышление, креативность, коммуникация и координация. Я бы предложил рассматривать эти навыки немножко иначе. Здесь можно выделить несколько уровней группировки. Покажу на примере. Предположим, вы занимаетесь скорочтением. Это комплексный навык, в котором нужно развивать в том числе и зрительные способности, чтобы видеть больше текста и лучше его воспринимать. А также скорочтение подразумевает умение подавлять субвокализацию, структурировать информацию и хорошо ее запоминать. Это своеобразные поднавыки скорочтения. Скорочтение помогает быстрее и лучше воспринимать и анализировать информацию. Поэтому оно входит в так называемую группу аналитических метанавыков, куда входят, например, такие навыки, как логическое мышление, а также устный счет. Таких групп метанавыков мы выделяем 4. Это и аналитические метанавыки, которые я уже назвал. Творческие, например, умение проводить мозговые штурмы и знания алгоритмов ТРИЗ. Коммуникативные,
куда входит писательское мастерство, риторика и также умение вести переговоры. И организационный, куда входит, например, тайм-менеджмент, умение планировать и вести здоровый образ жизни. В эти четыре группы входят все курсы, которые есть на FoBrain, а это более 50 различных комплексных навыков. Давайте резюмируем. Все soft skills делятся на четыре группы, куда входят комплексные навыки. Это четыре группы мета-навыков – аналитических, творческих, коммуникационных и организационных. В каждой группе есть такие комплексные составные навыки, как скорочтение, творческое мышление или ораторское искусство. И каждый из этих вот навыков можно разбить на поднавыки, которые связаны с его применением. Как я уже сказал, это далеко не единственная классификация, но мы на FoBrain сегодня считаем ее наиболее удобной для нас, для того, чтобы создавать курсы и создавать какую-то систему фильтрации у нас на сайте. Если вы знаете или тем более придумали сами какую-то другую классификацию, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Кстати, мы также используем и немного другую классификацию, которая оказалась немного удобнее для наших пользователей. Она помогает для выявления навыков, которые полезно развивать конкретному человеку. Мы разбиваем soft skills не на 4 группы, а уже на целых 10. Если вам интересно, вы можете пройти тест, который покажет, какие навыки вам нужно развивать, ссылка на него будет в описании к этому видео. Этот тест покажет не только навыки, но и подберет специальные книги, статьи и курсы, которые помогут их развивать. Тест бесплатный. Несмотря на то, что для развития каждого навыка есть свои рекомендации, все-таки существуют универсальные вещи, про которые, наверное, нужно знать. Во-первых, скорее всего, вы уже развиваете надпрофессиональные навыки опосредованно через другие дисциплины. Например, математика и программирование учат логике. А групповые виды спорта помогают развивать коммуникативные навыки, командную работу и лидерские качества. Во-вторых, важно также понимать, что опосредованное развитие soft skills не поможет владеть ими в совершенстве. Лучше специально развивать именно эти навыки. В-третьих, важно знать, что для развития soft skills удобно использовать компетентностную модель, когда любая ваша компетенция состоит из знаний, умений и навыков, и все три составляющих важны. Например, если вы тренируете память, одни лишь тренажеры вам не помогут. Важно знать, как работает мозг, память и мнемотехники. Знания – это всегда основы наших навыков. В-четвертых, важно понимать, что soft skills требуют отработки и тренировки. Поэтому важно не просто пройти какой-нибудь курс, а после этого попробовать знания и умения в своей жизни. Обучение сегодня – это не просто школа или вуз. Учиться нужно постоянно, это некоторая жизненная позиция, иначе знания и навыки просто устаревают. В этом самом обучении soft skills играет очень важную роль. Во-первых, эти навыки помогают нам учиться эффективнее. А во-вторых, именно soft skills меньше всего подвержены старению. Это актив надолго. Обучение сегодня – это своеобразный апофеоз беспочвенности, как у шестого, только 100 лет спустя. А soft skills помогают нам себя в нем комфортно чувствовать. У нас долго считалось и, наверное, до сих пор считается, что надпрофессиональные навыки развиваются с помощью других дисциплин и также жизненного опыта. Мы все учились понемногу, а математика у нас ум в порядок приводит. Но отечественная педагогика на момент выхода данного видео серьезно отстает от мировых трендов, а также от реальных запросов людей. По данным Яндекса, люди сегодня интересуются логикой, скорочтением, творческим мышлением, ТРИЗ и разными soft skills, задавая миллионы запросов ежемесячно. Реально миллионы запросов. Но все же не стоит преувеличивать роль soft skills, ведь важно не то, какими навыками вы владеете, а как вы их применяете. Во-первых, одни лишь гибкие навыки без знания какой-то профессии просто не помогут. Во-вторых, важно понимать, помогают ли вам эти навыки в карьерном росте. Чувствуете ли вы себя на своем месте? Насколько нравится вам ваша работа и личная жизнь? Ведь это именно то, для чего и нужно развивать любые навыки.